Как я уже сказал, все было на нервах, на серьезных нервах. И вот крайняя ночь, когда у нас это получилось, а ее переносили, 3 ночи было бессонных до этого. Сейчас раскручивается отдельными политиками мое некорректное выражение в адрес журналистов. А отдельные умы пошли еще дальше, якобы каком-то препятствовании работе. Уважаемые коллеги, я не буду сейчас говорить ничего, это мы ответим тем, кто в этом видит юридически, и разберемся в этом. Что касается моральных каких-то взаимоотношений или того, что произошло, скажу вам, что я вот посмотрел, Денис здесь находится как раз. Здравствуйте. Хорошо, что вы сегодня здесь в зале. Так вот, вот Денис как раз тот журналист, который находился в ту ночь, всю ночь, с нами вместе на причале. Ну, я не знаю, что было усмотрено и кто кому препятствовал. По-моему, никто никому не препятствовал. Съемки проводились всю ночь беспрепятственно. Это первое. Второе, Денис, я хочу вот по-мужски тебе сказать, что у нас состоялся с тобой разговор, мужской разговор, не касаемо какой-то работы. В час ночи, в нерабочее время, на котором, может быть, на нервах я что-то там лишнего сказанул. Или как-то так некорректно выразился. Я извиняюсь и думаю, что... Ну, приношу тебе извинения, может, за некорректное высказывание. Если можно, я тебе пожму руку, если... Хотя работа у нас нервная, постараюсь все-таки держать эмоции при себе. У вас же нет города, у вас нет задачи, у вас есть редакционное задание. Вылизывать, у вас одно задание, вылизывать очки своим работодателям. Почему такие? Ну,